Всем привет, с вами Сергей Пушков. Сегодня я начинаю проходить полную версию игры Hello Neighbor или Привет, сосед. Давайте начнем. Новая игра. Загрузочка пошла. Уже третий раз перезаписываю игру. Но думаю, в этот раз нам повезет. Если звук моего микрофона какой-то не тот, то я записываю пока что как сказать, с микрофона, встроенного в ноутбук, пока там с компьютером проблемки. Ну а так, акт первый. Мячик. Мячик, мячик, мячик. Чё это за мячик? Кто-то бежит, какой-то малолетний чувачок. Прям бежит забить этот мяч радужный. Кто же это? Это наш главный герой. Это так, я вам просплетил. Все, мы начинаем играть. Он пнул мячик. Мы погнали. Тут кого-то разыскивают. Может, соседа? Я позвонил в полицию. Так, вот мы за мячиком прибежали. Мячик докатился до какого-то подозрительного домика. Потому что тут машина сбила забор. И никто с этим ничего не хочет предпринять. Что это звук? Сосед, это ты? Ах, ты маньяк! Ты даже не лысый, который насилует детей. Ты чё, алё? Ах, смотрите, наш чувак прям по стелсу пошёл. Прям такой хопа. Его прям через окно не видно. Он прижался к окну. Сосед еле закрыл этого ребенка и закрыл его на красный ключ и спрятался в карман. Он такой думает, фух, я его убрал этого. Ой, ой, это кто это за мной смотрит? Погнали, погнали, а я не могу двигаться. Сосед нас охватил, прям десант. Прям аж закрыл. А ключ он положил на второй этаж. На второй этаж положил ключ. Сосед на какой-то стул, на стол. А там есть дырка в крыше. Вот я понял, как это проникает. Ой, какой звук страшный. Что, давайте, как в прошлый раз по записи, просто брал. Не, подожди, я вот. Не, ну пока ты трубим на всякий случай электричество, чтобы сосед не паниковал. Так, и залезаем в окно. Вот так вот мы можем прятаться под кроватью. Вот это я вот уже говорил, но буду повторять, потому что вы этого не слышали. Из-за того, присутствие соседа так четко отображается сквозь комнаты, что ж страшно. Поспи, поспи, сосед. Поспи. Поспи. Ты где? Спи. Что происходит с соседом? Сосед, я могу тебя понятно сделать дружелюбным, но это будет не весело. Так. Ой, что я сделал? Я звук включил. На звуки сосед реагирует. Походу нет. Выключи. Вот эти звуки какие-то непонятные. То ли вроде объемные, вроде полная фигня. Так, ну давайте. Вот. Так, ну пока все в порядке. Чё, какие-то звуки сосед-то сдает. Непонятное. Надо было закрыть дверь. Может, сосед нас палит? Походу, да. Да, сосед прибежал и закрывает за собой дверь. Надо не палиться и закрывать дверь. Выключатель посмотрел. Пошел. Дверь закрыл. И ушел, да? Ушел? Какие странные звуки. Ой! А я спрятался, фиг тебе. Вот это жесть. Ну это хорошо, что сосед не умеет залазить под кровать, это было бы страшно. Тем более я более-менее вечером спец. Шкафы смотрит, стул пинает, на стул залез. Надо бежать отсюда. Тихо.
Куда солет? Сосед? Сосед, алло. Сосед, ты в норме? Так. Берем книжку. Сосед что, сосед залагал? Если сосед залагал, это круто. Так, провод куда ведет? Походу, сосед залагал. Никаких читов, просто сосед залагал. Мне чуть повисает. Это из-за того, что я на ноутбуке. Правда, ноутбук у меня мощный. Так. Сосед, походу, идеально залагал. Давайте смотреть быстренько, пока сосед не отлагал. Так, пусто. Никаких ключиков нету, потому что я видел серебряный замок. Не, вроде такого ничего нет. Кран я включать не буду. Что у нас тут? Сосед хотел душ принять. Так. В туалет, да, сходи. По-моему, я вижу ключ, да? Это ключ? Это щетка. И зубная. Тоже еще паста. А ключа нет. Так, тут, ну, прятаться. Это, опа, шкафчики побиты. Чё ты тикаешь, часики? Так, что мы еще не осмотрели? Где-то ж ключ должен быть. Ключ. Сосед пока, походу, реально провис. А тут же ж красный, который на втором этаже. О, сосед лагает, да. Ой, шка провисает. Так, ну тут пусто. Можем взять телефон. Но это нам ничего не дает. Может, тут есть за коробками? Так, выкинем пока что. Сосед что, вылез? Не. А! Спасите! Сосед отлагал! Быстро, ходу, 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 ходу! Он меня кидает какой-то кровавой жижей. Фух! Убежали от соседа. Получай ведром по голове. Козел. Может, у меня ключ? Так, так. Опа. Не, ну, нам нужен серебряный ключ. Я его нигде не видел. А в скважину смотреть можно? Замочено, как было в какой-то части бета-теста. Открывайся. Ничего нету. Ничего нету. Это мы. Что у нас есть? Приставка. Так, отбили стекло. Это чтобы хорошо пролезать. Так, может во дворе поискать? Где? Ты меня как видишь сквозь окна? Какой ты прокурист? Ты чё, алё, тебя мячиком кинуть? Давай играть. Получай. Козёл. А если так? Ага. Так. Тут загорожена сетка. Ещё тут у нас письмо есть? Ты чё? Это вообще-то не твоя территория. О, я могу тебя бить, сосед. Это круто. Так, ну где же нам найти ключик-то? Ну вот так, сосед. Ты чё такой паркуристый? Вот тут уже сосед. Тут все построили домик. На домике. А я тебе могу. Ладно, ничего не могу. А если вот поставился? Так, вот по дворику погулять. Пока он там. И
вот так вот ходу. Так, тут у тебя лестница. 5 вещи. Но надо раскрутить чем. Чем можешь раскрутить? Яма. Гробница. Так, а там у нас кто? Там у нас тоже что-то, какой-то прикол. Или щиток включить. Музыка подозрительная. Так, дверь открывается. У тебя есть что-то в бардачке, сосед? Не, ничего. Так, для багажника тоже нужен ключ. Где же его найти? Так где ты меня видишь, алло? Ничего, тебя дружелюбным сделать? А ну-ка, давай поиграем. Опа. Ты что, не залез? А вот так вот, а? А вот так. Потерял, да, след? О, запаниковал. Соседушка. Эх, сосед, держись. Так, ты на кухне. А я могу смотреть? Чёрт. Или ты в гостиной? Так, ну тут уже... Можно спрятаться? Вот это... Вот это вообще, это мне не нравится, вот этот прикол. Ладно, он близко в комнате. Ладно, он к двери приблизился, но когда он тупо за стенкой, это страшно. Уходи. Прыгай, ты ниндзя. Да хватит тут бегать, алло. На кухне. Ай-яй-яй. Если что, возьмем стул. Ну тут... Ни гаечного ключа, ни отвертки. Опа, приколотая ножка. Тихо. Возьмем еще стул. Одним, чтобы окно пробить. Тут какая-то потайная дырка. А и стул упал. Тут есть такая? Не, вот слишком подозрительно. Будем в мусоре копаться. Так, сосед. Пошли так пока что. В ванной никого. В ванной можно прятаться? Нет. В ванной я уже смотрел, там ключа нет. Тоже ключи нет. Сосед. И где же ключ? Где же ключ? Мне что, придется гайд смотреть? Ключ искать. Если вы где-то увидели ключ, напишите в комментариях. Но я не мог быть таким слепым, чтобы не найти ключ. Ну а сосед. Сосед ушел. Где-то на кухне. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой. Я спрятался, все. Чё ты там бьешь? Как ты можешь смотреть в шкафы? Ты козёл! Иди отсюда! А подкрывать, значит, ты не... Чё? А где мы? Чё за прикол? Сосед нас куда-то зовет. Сосед кого-то посадил в машину. Сосед кого-то повез. Опача. А! Потерял колесо. ДТП. Сосед еле идет. Машины приехали, полицейские, скоро. Сосед. Чего сосед?
походу кто-то умер. У соседа случилась горе. У него, значит, потерялось колесо. Он врезался в пиццерию. Ну, то есть это машина доставки пиццы. Потерял кого-то себе ценного. Пошли на выход. Ой, мы в рай пришли. Так. Нам рассказали об истории соседа. Так. А и чё? Сосед? Сосед слушает музыку. Так. Тут ещё ящички не смотрели. Шляпа. Так, он кого-то вопящего, какого-то маленького ребенка запирал. Сосед. Но если нас сосед видел в шкафу, ну то есть увидел, как мы залезли, то он умеет его открывать. Это для меня новость. Сосед стал, походу, одержимым после этого ДТП. Сосед, уходи. Сосед, уходи. Беги, сосед, беги. Уходи отсюда, это стал. Страшным узлом, я не буду вылезать. А, что-то ходит, тут выискивает. Ну же, давай, уходи отсюда. Ищи в другой комнате. В спальне давай, иди в спальню поищи. Смеется? Достал. Ты опять залагал? Это ненадолго. Ай, схватил. Так. Я ломал стекло. Можем так все стекла соседу обломать? Ду-ду-ду-ду. Ай. Ай. Тихо. А ну-ка, стекло. Стекло, стекло, стекло. А-а-а. Сосед чинит стекла. Когда он успевает? Козёл, козёл. Не дает нам ключ. Либо она вот так вот разломать. А нет. Не тут-то было. Не, вообще нет слов. Что с этим делать? Это ключ, сосед. Ключ. А, это моя приставка? Что она тут делает? Так, ну разбили окно. Это были не мы, сосед. Я играю со своей приставкой. Уи! Уи! Ой. А, это моя приставка. Уходи. Отошел. Ну, неизвестно кто, да, выбил стекло? Это хулиган. Причем он нас не хватает, не запирает, а просто берет и выкидывает из дома. Так, погнали. Пока он там делает свои подтягивания. Залезай в это окно. Сосед. Так. Так и знал, что он тут сюда вернется. Что, залез на кровать? Ой. Так, что-то тут вообще не так я делаю, что-то вообще. Сосед вышел. Сосед вышел, так. Ну, вот так вот, тихо, да, полезай. Нужен ключ. Тут нужен ключ. Ключа тут нету. Нет ключа. Или есть? Походу не, нет ключа тут. Прям в самом верху над пирамиду выстроить.
не может быть сюда сложно. Может оттуда строить пирамиду. Ну, давайте попробуем. Так вот, хопа. Из через всех материалов. Так. Офигенная пирамида. Ну-ка, если теперь под себя. Опа. Все равно мы не можем достать верхушки. Так, главное не снести башню. Опа. И опа. Не, нету, нету, нету. Мы можем еще вот так вот проверить. Не, нету. А вот от соседа она действует. Блин. Давайте вот возьмем одну коробку и сломаем стекло. Сосед нас поймает или нет? Сосед. У тебя видно вообще дальность хвата. Хорошо. Так. Тук-тук. Тук-тук, сосед. А вот наша пирамида. Мы даже смотреть сюда не можем. Ладно. Открывайся дверь. Но я думаю, что на этом пора пока что закончить. Я поищу информацию, как найти ключ. Где его найти. А с вами был Сергей Пушков. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Добавляйтесь в друзья и подписывайтесь на группы в Стиме, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере. Подписывайтесь также во всех социальных сетях. С вами был Сергей Пушков. Всем пока!